Презентации новых строительных проектов, круглые столы, семинары и, самое главное, крупнейшие застройщики, продавцы недвижимости и кредиторы в одном месте. Организаторы выставки говорят, для тех, кто стоит на пороге решения жилищного вопроса, эта выставка – лучшая возможность изучить все предложения без лишних разъездов и подобрать оптимальный вариант. По словам городских властей, в последние годы строительная индустрия шагнула далеко вперед. Если 3-4 года назад планка 200 тысяч квадратных метров жилья была абсолютно неподъемная для строителей, для администрации города Владимира, то сегодня это цифра, которую мы перешагнули, и строим новые планы в освоении новых микрорайонов, новых комплексных застроек, новых жилых элитных и энергоэффективных жилых кварталов. Жилье от элитного до социального, кредитные предложения и консультации специалистов. Одно из главных условий для участников – акции и бонусы для покупателей. Например, один из организаторов выставки «Владимирский ипотечный фонд» предлагает выгодную покупку в жилом комплексе «Левино-Поле». Цену за квадратный метр снизили специально к «Владимирской недвижимости 2014». Однокомнатную квартиру можно купить за 1,5 миллиона рублей. Кроме того, ипотека для бюджетников теперь стала доступнее. Ипотечный фонд начал работу по федеральным социальным программам с новой процентной ставкой. Я обращаю ваше внимание, что не от 10,6, а именно 10,6. Это единая ставка, она не меняется в процессе выплаты. Участникам этих программ может быть достаточно широкий круг потенциальных заемщиков. Это молодые семьи, это многодетные семьи, это получатели различного рода государственных субсидий, это получатели материнского капитала, военнослужащие, молодые ученые. Наши работники, работники социальной, бюджетной сферы используют свою возможность, возможность уникальную, которой бы не было, если бы не было этой программы, для получения ипотечных кредитов и, соответственно, улучшения своих жилищных условий. Сбербанк в качестве одного из крупнейших партнеров выставки недвижимости предлагает клиентам на конкретных расчетах убедиться, решение жилищного вопроса не нужно откладывать в долгий ящик. Специальные предложения для учителей, владельцев зарплатных карт, желающих купить квартиру на начальном этапе строительства и пониженные кредитные ставки при подборе жилья в течение месяца. Возможностей много. Консультанты любого отделения Сбербанка готовы подобрать доступный и максимально выгодный вариант для каждого клиента. Необходимо как можно быстрее фиксировать стоимость объекта, стоимость жилья, фиксировать стоимость даже ипотечных ресурсов для того, чтобы решить этот вопрос. Через какое-то время уровень доходов, темп роста будет расти, а стоимость объекта, она уже зафиксирована, поэтому не надо бояться, не надо опасаться входить в ипотеку. Наши консультанты грамотно покажут и расскажут, как это сделать безболезненно и совершенно взвешенно и адекватно. Кроме того, в рамках выставки «Недвижимость-2014» гостей обещают научить, как при покупке жилья защитить интересы несовершеннолетних детей и избежать сотрудничества с черными риэлторами. Обо всем этом можно будет узнать на специальных семинарах и круглых столах. Оксана Любимова, Александр Мажаров, 6 канал.